Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами устройство iPhone 13 mini. И сейчас я покажу вам, как на этом устройстве войти в режим DFU, то есть DFU мод. Итак, для начала нужно подключить телефон к компьютеру с помощью кабеля. После того, как вы подключите телефон к кабелю, смотрите, у меня на телефоне, вернее, на самом компьютере не высветилось никакого сообщения, но оно может высветиться. Я проверяю, какой он подключен для телефона или нет через приложение 3Tools. Это не обязательно для вас, потому что вы, возможно, будете это делать через iTunes. Но, в общем, смотрите, как войти в DFU мод. Итак, все, что для этого нужно, это нажать на кнопку увеличения громкости, уменьшение громкости, нажать и удерживать кнопку питания. Затем, как только экран погаснет, нажимаем на кнопку уменьшения громкости. Экран погас. Раз, два, три, четыре, пять. Отпускаем кнопку питания, но продолжаем удерживать кнопку уменьшения громкости. И видим, что у меня на компьютере высветилось сообщение, что iPhone подключен в DFU режиме. То есть, смотрите, если я отключу кабель, нет никакого подключения. Если я подключаю кабель, ну, собственно, должно было опять высветиться то же самое сообщение, но не высветилось. Ввиду того, что у меня приложение заглючило. Но не важно. Но то, что мы в DFU режиме, это неоспоримый факт. Видим, что ни на какие кнопки телефон не реагирует, и экран абсолютно черный. Как выйти из режима DFU? Нужно нажать на кнопку уменьшения громкости, увеличения, и нажать и удерживать кнопку питания. Если по какой-то причине телефон не вышел из режима DFU, когда вы нажимали уменьшение, увеличение и кнопку питания, тогда делаем в обратном порядке: увеличение, уменьшение и кнопка питания. Видим, яблочко загорелось, значит, все получилось. У нас получилось выйти из DFU режима. Ждем. Вот и все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч. До свидания.